Розетка обнаружила, что американский посол Западной Германии Морис Монро приговорен к смерти организации, называющей себя ХАРМ или ХАРМ. Предполагается, что покушение будет совершено в последний день его предстоящего отпуска в Марокко, когда он будет выходить из гостиницы. Возможно, убийц будет несколько. Монро в обязательном порядке должен пережить нападение. Предупреждаем, что посол крайне близорук и почти глух, так что вы не сможете полагаться на него, чтобы определить, что он в опасности. Вы будете находиться в жилом доме через дорогу от гостиницы. Ваша задача – перестрелять убийц до того, как они ликвидируют Монро. Ты развлекаешься? Безусловно. Уверена, что тебе не скучно? Я ждала этого шанса почти 4 года. Думаю, смогу выдержать еще полчаса. Хорошая девочка, ты взрослеешь. Чего ты добьешься, говоря о предателе? У нас не впервые просачиваются сведения. Это по-прежнему причиняет нам беспокойство, мягко говоря. Это случалось и раньше? Однажды, несколько лет тому, мы потеряли нескольких секретных оперативников в Стамбуле. Выяснилось, что их скомпрометировал личный помощник главы. Он продал нас за жалких 50 фунтов. 50 фунтов? Поразительно, не так ли? Жизни профессионалов стоят таких жалких грошей. Но шпионов редко награждают за их измену. Я не удивился бы, если бы этому новому кроту заплатили совсем мало. Надеюсь, когда они схватят этого мерзавца, то пустят ему пулю в лоб или надают хорошенько по заднице. Ты хочешь вызваться добровольцем? Я опасна, когда расстроена. Вот почему ты всегда попадаешь в беду. Ладно, Монро направляется в кафе, наблюдай за ним на втором этаже патио с левой стороны. Как насчет мишени? Еще не уверен. Извините, у вас есть время? Нет у меня 10 центов, и я не привык помогать нищим. Не 10 центов, а время. Не пререкайся со мной, иначе я прикажу арестовать тебя. Ты что, оглох? Как ты смеешь мне угрожать? Это не твое дело. Трус! Ты хотел бы, чтобы я назвал тебе мишень? Было бы прекрасно. Слева от тебя выходит из двери дальнего балкона. Но мы здесь только 2 дня. Слева от тебя выходит из двери дальнего балкона. Почему нет? Здесь все чуждо. А крыша справа от тебя? Но это чужая страна. Я знаю это, но Канада также иностранная страна. Но не такая чужая. Но я думала, что ты пришел сюда по другой причине. Да. Почему бы тебе не расслабиться и развлечься? Уверена, ты отлично проведешь время, если перестанешь беспокоиться. Ты так думаешь? Уверена. Возможно, ты прав. Конечно, я права. Папа, давай спустимся к Медине и посмотрим достопримечательности. Окей. На крыше слева от тебя. Слева от тебя выходит из двери ближнего балкона. Слева от тебя выходит из двери ближнего балкона. На крыше слева от тебя. Налево к последнему балкону.
Налево, к последнему балкону. Слева от тебя выходит из двери дальнего балкона. Слева от тебя выходит из двери ближнего балкона. Справа от тебя, улица. С улицы на левой стороне. Слева от тебя улица. Говорю же, у этих людей что, нет работы? В моем кармане должно быть дырка. Слева от тебя улица. Выходит из двери гостиницы. Справа от тебя, улица. Толпа! Слева от тебя, улица. Выходит из двери гостиницы. Схвачу его на следующем участке, иди в квартиру 12 и жди моего сигнала. И убедись, что спрятал оружие, иначе набросишься на неприятности. Я слышал, что он собирается жениться на американке. Это девушка, которая отказывается носить туфли? Я стою на месте. Хорошо, он почти там. Вот он идет, приготовься. Справа от тебя обходит здание. Ты только потерял покупателя. Этот парень слишком важен. Слева от тебя. Опять? Ну где же ты, маленький зануда? Слева от тебя обходит здание. Я лучше сам их найду, прежде чем воры налетят, как стервятники. Ближайшее второе окно справа. Слева от тебя обходит здание. Слева от тебя. Слева от тебя обходит здание. Ближайшее второе окно справа. Превосходный выстрел. Ты не должен мне это говорить, я стояла здесь. Будь скромнее. Шучу. У нас действительно прекрасная команда. Черт, они
Должно быть, тебя выследили. Группа бандитов направляется на тебя. Сколько? Кажется, 6. Ты справишься? Конечно, да. Встретимся в гостинице через час. Хорошо. Поберегись. Сначала я позабочусь о злодеях. Будет нелегко, это факт. Не хочешь выпить чего-нибудь? Отлично. Так что ты хочешь? Очень смешно. Надо же как-то развлекаться. А вот и шипучка. Бог шнель!
вы доктор Шенкер. Кто вы такая? Познакомимся позже. Сначала нужно выбраться отсюда. Они отправили женщину освободить меня? Боже мой! Вы можете предъявить формальную жалобу, как только мы коснемся территории Запада. А пока мы можем идти... Это не было частью соглашения. Это ее! Я на минутку, доктор. Как я говорила, нам нужно идти. Похоже, у меня нет выбора. Один момент, моя жена. Классная девочка.